Всем привет! Сегодня тестируем прицельные приспособления для универсального устройства пускового РПГ-7 с гранатами Kickshell. По данному механическому прицельному приспособлению можно стрелять как по штатному целику с мушкой, так и можно установить коллиматор или оптический прицел, кому как удобнее. Стрельба будет производиться по мишени с размерами 1,5 на 2 метра. Задача попасть в область цели, но не обязательно в нее. В настоящий момент дистанция 50 метров. Дистанцию 25 метров стрелять, считаю, нецелесообразным, так как дистанция слишком маленькая, и любой человек сможет в нее попасть. Думаю, говорить больше не о чем, и можно приступать к тестам. Устанавливаем гранату в пусковое устройство. Для правильной установки предусмотрен паз, как и в боевом оригинале. Выставляем прицел на 50 метров и производим пуск. Что ж такое? Бракованная граната, не на кол. Устанавливаем гранату в ствол, совмещаем пазы, производим прицеливание и выстрел. Сейчас гранатами хер знает. Попытка номер два. Буду целиться в левый нижний угол. Ага, значит, ушла на 0,5 метра правее. А, и так пойдет. Передвигаемся на 75 метров. Дистанция 75 метров. Пытаемся поразить область цели. Прицел на 75 метров. Прицеливание. Целюсь опять в нижний левый угол. Значительно выше ушло. Надо повторить. 3,5-секундные гранаты у меня закончились, теперь идут 5-секундники. Прицелюсь на метр ниже, на метр левее. Ну да, рядышком было. Повторю. Теперь смещение сделаем 2 метра ниже, 2 метра левее. Все, область цели 100 пудов пробивается. Переходим на 100 метров. Переползли на 100 метров.
Гранат потихонечку заканчивается. Все-таки надо 2 метра левее, 2 метра ниже. Еще раз попробуем. Четко, 100 метров. Область цели. Я даже слышал, по-моему, звук, как пробило материал. Так, я хочу попробовать одну дичь. В чем заключается дичь? Попробуем стрельнуть без пускового устройства. А даже неплохо получилось. У меня осталось всего 2 гранаты, и нам осталось прострелить 125 метров и 150 по одной попытке на гранату. Так что переходим на 125. Дистанция 125 метров. Прицеливание произведем 2 метра левее и 2 метра ниже. Примерно в 3-4 метрах правее мишени взорвалась граната. Так как гранат нет, переходим на 150 метров. И вот она, финалочка, 150 метров. Попробуем целиться левее на 5 метров и ниже метр на 2. Прицел 150. Если честно, я не понял, куда попала граната. Но повторить я не могу, гранаты закончились. Соответственно, что я могу сказать по поводу прицельных приспособлений? Граната вращается, смещается вправо. Пока что я не смог реализовать поправку на прицеле относительно вращения гранаты, но в дальнейшем постараюсь придумать систему компенсации прицеливания относительно смещения гранаты. А на сегодня все, что хотел, показал. К сожалению, гранат у меня было не так много. Надо в следующий раз покупать намного больше. Всем желаю здоровья, будьте живы и до скорого!